Да, она руку противно выставила вперед. Как бы говорит, нет. А сама как бы, слушай, ну ты давай, ты сделай мне предложение, я должна согласна, но сделай мне такое предложение, чтобы я могла согласиться. Такой противоречивый женский образ. Женский ящик и секрет. Посмотри, они находятся на левой. Женская эмоциональная сторона, правая, мужская, рациональная сторона. Как бы доливать, что мужчины должны воспринимать женщину со всеми эмоциональными секретами, либо массами, такой, какая она есть. Не пытайтесь ее переделать. И еще один шедевр. Космическая Венера. Ведь студенты учатся штудировать эти греческие образы, и они боятся выйти. То есть их учитель ругает, если вы выходите за какие-то рамки. Да? И далее посмотрите. Он рассекает Венеру, она висит как бы невесомость, внутри помещает яйцо. И далее говорит, что рожая жизнь, рожая ребенка, женщина рожает новый мир. Она создает новый мир. Мужчина может только в большей или меньшей степени обслуживать мир, созданный женщиной. Узкие бедра, широкие плечи и нищая шея. И как бы дарит, чтобы выдержать ту нагрузку, которая ложится на женщину, он имеет такие широченные плечи и нищую шею. Посмотрите, Бог дает женщине краткий миг божественной красоты, эта красота уходит, исчезает. И задача художника – перенести эту красоту в вещи, чтобы следующие мужчины пришли в музей и сказали, боже мой, какие же женщины красивые. И когда мы приходим в зал с греческими скульптурами, смотрим то, что создали греки, ну как они могли 2500 лет назад создать такую красоту? Все, ну это просто невозможно, да? То есть задача художника – обессмертить красоту и вести в следующем поколении.